меня, например, есть такое предложение. Раз уж мы сегодня уже упомянули о участии нас с Дмитрием в ансамбле «Приключения электроников». А ведь это, как известно, самый добрый металлический ансамбль на Земле. Это самый злой поп-ансамбль. И самый злой поп-ансамбль, что в принципе одно и то же. Ну давайте мы, может быть, тогда под завязочку сегодняшнего концерта исполним вам песню не только из репертуара группы «Приключения электроников», а также из репертуара групп «Мираж», «Мираж 2», Наталья Кулькина, «Звезды», «Фея», «Маленький принц», Рома Жуков и еще 50 разных групп. Это песня о том, что заставляет всех нас с вами, друзья, приходить в клубы, концертные залы, бары, пабы, встречаться там с прекрасным, вернее, с двумя прекрасными, в нашем случае, с пятью прекрасными, как если бы это было в случае, если бы группа «Тараканы» сегодня была здесь на сцене, в полном составе, ну и, наверное, с 22 прекрасными, если бы речь шла о концерте группы «Ленинград», а именно о той нематериальной, неощутимой субстанции, которая объединяет нас всех с вами, друзья, и заставляет наши сердца биться в едином ритме. Музыка. Музыка нас связала. Снова друзья мне свои убегают.